Привет, друзья! Меня зовут Артемий Троицкий. Как видите, я жив, здоров и никуда от вас не делся. Точно так же никуда не делся и опыт рока. Разумеется, имеется и рок, и его опыт, и после 1993 года до сих пор звучат эти задорные звуки, выходят прекрасные альбомы и замечательные песни. И нам очень хотелось бы продолжить бесконечную рок-сагу под названием «Опыт рока год за годом». Дошли мы пока до 93-го и можем довольно-таки спокойно продвинуться еще на 5 лет вперед, до 98-го года. Немного денег от спонсора Harmony у нас на это есть. Но этих денег, к сожалению, не хватает, поэтому теперь, друзья, надежда на вас, надежда на краудфандинг, на вашу поддержку и солидарность. Все условия, вы знаете, имеются всяческие акции, бонусы и так далее. Каждому акционеру я торжественно обязуюсь по индивидуальному заказу с указанием стиля и предпочтений выдать по 5 фирменных компакт-дисков. Ну, разумеется, у нас есть еще и приглашение на съемки. Съемки у нас всегда проходят очень даже задорно. До сих пор всем присутствовавшим нравилось. Так что вперед, друзья! Опыт рока реанимируется, и надеюсь, что впредь у нас все пойдет очень даже живо и весело, тем более, что времена такие, что все веселье на самом деле зависит от нас, и только от нас. Насколько интересными мы сделаем нашу жизнь, настолько интересной она и будет. Подарков и подачек от посторонних, к сожалению, ждать уже не приходится. Но вы знаете, я человек, можно сказать, пожилой, большую часть жизни прожил в Советском Союзе. И могу сказать, что даже тогда, когда все было нельзя, в общем-то, при желании все было можно. Так что вперед, жду вашей поддержки. Артемий Троицкий, «Опыт рока. Год за годом. Планета Ру».